Всем привет! Карантин продлили, а сессия пройдет дистанционно. Но это не все новости журфака. Поэтому Маховая 9 вновь запускает информационные выпуски. В студии, дома Софья Дьякова. Начнем с самой свежей новости. Очный тур Олимпиады Ломоносов состоится 21 и 22 апреля. Конечно, на платформе Zoom. Это шанс поступить к нам без экзаменов, поэтому если вы прошли заочный этап, готовьтесь к защите проектов. Уже четвертую неделю длится дистанционное обучение. Студенты привыкают, но вопросы все равно остаются. Ответы на некоторые из них дала Елена Леонидовна в прямом эфире на своей странице в Инстаграм. Больше всего вопросов по поводу грядущей сессии. Я еще раз напоминаю, что все, кто хорошо занимался в семестре, особенно по тем предметам, где существует бально-рейтинговая система оценивания знаний, могут получить довольно легко и зачеты, и оценки и зачеты, и оценки по экзаменам. Как плохо без факультета. Вот факультет – это здание, факультет – это стены, это колонны, это лестница. Ребята, факультет – это мы, поэтому давайте не будем скучать друг по другу, давайте будем на связи, в консультациях, в общении. Елена Леонидовна пообещала проводить такие встречи в Инстаграм. Если у вас остались вопросы, пишите их на почту. Пока студенты других курсов гадают, как будет проходить дистанционная сессия, студенты старших курсов уже вовсю сдают устные зачеты в Zoom, решают онлайн-тесты и сдают письменные задания вместо заучивания билетов. О том, как преподаватели будут оценивать работы студентов онлайн, рассказали сами четверокурсники. В принципе, то же самое все, что и обычная сессия, просто вместо того, чтобы сдавать что-то и рассказывать по билету преподавателя, нам нужно просто написать кучу-кучу всяких работ, кучу-кучу всяких работ. Вот. И все. Но это обидно. Куча работы – это плохо. Дистанционная сессия намного проще, чем традиционная, и проще в том плане, что у нас ответ по билету заменяет выполненное письменное задание. То есть не приходится учить теперь ту уйму материала, которую приходилось для того, чтобы ответить устно. Конечно, устные сдачи тоже остаются на платформе Zoom. Но такой формат работы выбрали очень немногие преподаватели. Преподаватель высылает нам в день, который указан в расписании сессии, задание и дает нам на его выполнение 3 дня. В течение 3 дней мы должны написать работу и выслать на почту преподавателя. Что касается экзаменов, то все обстоит чуть-чуть иначе. То есть нам также высылается работа в день, который указан в расписании сессии, и на ее выполнение отводится всего лишь 1 час. Если нарушить дедлайн, то ты будешь считаться не явившимся на зачет или экзамен. Все экзамены сейчас записываются, и эти записи отсылаются в учебную часть. И что еще очень важно, в начале экзамена мы должны показать студенчески на камеру, чтобы преподаватель увидел, и чтобы учебная часть видела, что мы — это мы. И, например, за меня не сдает итальянский, не знаю, моя подруга, которая знает итальянский лучше, чем я. Задания индивидуальные, то есть друг у друга списать очень тяжело, наверное, почти невозможно. Например, по английскому письменный перевод, который является одной из составляющих оценки, нам отправлялись разные варианты. То есть нельзя списать друг у друга, но можно друг другу, наверное, помочь. С какими трудностями сталкиваешься в ходе такого формата сдачи? Ну, очевидно, технические трудности, что-то может, то звук не работает, то картинка прерывается, то там подключиться в конференцию не можешь, то тебе там, я, например, уехала домой, и мне может там в какой-нибудь момент зайти мама в дверь, да, кушать. А, естественно, у меня там идет какой-то зачет, экзамен, и это немного, ну, отвлекает. Трудности только моральные и психологические, потому что тяжело, когда ты 4 года учился на журфаке, потом ты должен уходить оттуда, вместо того, чтобы нормально попрощаться, дать последний раз хорошую сессию, нормально, почтенную сессию, тебе приходится сидеть дома и сдавать ее через проклятый Zoom. Я считаю, что интереснее сдавать онлайн, потому что будет что вспомнить, и можно будет сказать, мы были первым выпуском, кто сдавал экзамены таким необычным образом. И это круто. Я никогда не думала, что я скажу это, но я действительно скучаю по обычной живой сессии, когда ты приезжаешь на факультет, волнуешься, стоишь перед аудиторией, думаешь, когда тебе лучше зайти, переживаешь, потом выходишь с этой зачеткой, говоришь, я сдала, ну, либо не сдала.
конечно, лучше вживую, потому что вживую... Ну, потому что на Zoom обаяние не распространяется. Вот. Тяжело через интернет вытащить хорошую оценку с плохим ответом. А вживую это можно сделать, вот, и, ну, это просто приятнее. Можно повыпендриваться побольше вживую. Однозначно лучше вживую, лучше посещать пары, лучше приходить на них. Еще никогда до этого я так сильно не ценила офлайн образование. Знаете, я бы последний раз бы тоже еще раз потряслась перед аудиторией и руками, и ногами, просто потому что, ну, это все-таки последняя сессия университета, и, ну, вот этот момент, он слегка грустный, что мы все вот эти встречи с преподавателями, с факультетом, и с ребятами на факультете, со всеми людьми, мы просто их потеряли. Поэтому да, очень жаль, но я надеюсь, ребята, мы все с вами справимся с этой сессией, не только четвертый курс, но и все остальные. Сдадим и ГОС, и диплом, и еще потом будем вспоминать только о том, как это было необычно, как это было странно, но при этом очень-очень интересно. Поэтому всем удачки, дачи у моря и море удачи. Все, ребята, главное там порежьте все красиво, ладно? Уже через месяц начнутся госэкзамены, тоже в дистанционном формате. Для преподавателей это тоже новый опыт – проводить пары, не выходя из дома. Как настроить Zoom, заинтересовать студентов и собрать все домашние задания. Анастасия Музычук узнала все о тонкостях онлайн-обучения. Смотрите внимательно, наверняка вы соскучились по любимым преподавателям. В чем сложность работы из дома? У меня такое ощущение, что с тех пор, как мы перешли на дистанционное обучение, работа стала в 3, а то в 4 раза больше, и у нас, и у студентов. Поэтому главная сложность — это организовать свое собственное время, распределить свои задачи и не тонуть круглосуточно в работе. Мне не хватает энергии университета, мне не хватает энергии, которая появляется при совместном живом обсуждении различных тем. Мне не хватает эмоций, которые существенно корректируют цифровая реальность. Я привык читать лекцию, я хожу по сцене, я жестикулирую, я иногда кидаю вопросы в зал и жду какой-то реакции. А тут я сижу просто вот так вот перед камерой полтора часа. Это очень непривычно, и, конечно, это, я думаю, сказывается на каком-то вот на атмосфере, на качестве. Это сложно. Это как бы, с одной стороны, накладывает на нас какие-то, может быть, иной раз лишние телодвижения, а с другой стороны, это создает нам, преподавателям, тоже пространство для креатива, что, мне кажется, немаловажно в такой ситуации. А как сейчас проходит ваша коммуникация со студентами? Мы с ними освоили разные форматы, и есть лекционный формат в Скайпе для небольшой группы наших студентов в филиале в Ереване. Есть семинарские занятия сейчас у меня со студентами третьего курса по социологии средств массовой информации. И есть форматы, где я осуществляю поддержку, ну, такую, наверное, консультированием больше в WhatsApp-группах для того, чтобы просто пояснить, прокомментировать какие-то материалы, которые рассылаются вполне традиционным теперь уже способом по электронной почте. В целом, все достаточно ответственно подходят к выполнению заданий. Мне кажется, это многие коллеги отмечают, что присланных вовремя работ каких-то стало даже больше, чем в обычное очное время. А как изменился ваш распорядок дня на карантине? Может, появились какие-то новые дела, о которых вы можете нам рассказать? Конечно, как же. Появились такие дела, на которые не оставалось времени. Но это помимо тех домашних дел, которые у каждого скапливается изрядное количество. Я стал больше играть в шахматы со своим сыном. Потому что раньше я играл только уже вечером, когда приходил с работы. Я почти всегда проигрывал, потому что я уставал. А теперь я с утра играю, выспавшийся, довольный. И я уже стал больше выигрывать, чем это было тогда, когда карантина еще не было. Это приятно. Я не отошла от своих традиций. Я каждый день начинаю с того, что стараюсь просыпаться в одно и то же время, довольно-таки рано. Я собираюсь на работу, я обязательно для занятий, просто для того, чтобы осуществлять некую деятельность, даже без видео, переодеваюсь в рабочую одежду, то есть это меня очень дисциплинирует, привожу себя обязательно в порядок, то есть то, что меня никто не видит, кроме домочадцев, это вовсе не повод отступать от своего привычного образа, вот, и состояния. Больше времени появилось на чтение
то, чего не хватало, есть возможность скомпенсировать вот эту нехватку теперь, когда, опять же, не нужно тратить время на перемещение, оно может быть посвящено чтению. Кстати, теперь не только у студентов есть возможность посетить пары легендарных преподавателей журфака. Например, Ясин Николаевич Засурский расскажет, как развивалась и менялась мировая журналистика. Если говорить о печати, тут надо отметить две войны. Войну конца 70-х, середины 80-х лет за цвет. Битва за цвет, когда английская пресса переходила на цвет. Вы знаете, что переход на цвет газет был очень болезненный. Многие считали, что цвет, повышая стоимость печати. А вот на лекциях Нинели Ивановны Ванниковой вы сможете взглянуть на свои любимые зарубежные произведения по-новому. Фауст считает, что в том, что известно, пользы нет. Одно неведомое нужно. И он мечтает о том, чтобы вырваться за тесные пределы, чтобы слиться с природой, чтобы обрести крылья и умчаться куда-то ввысь, туда, в зенит. Хотите узнать больше про русскую литературу? Тогда перенеситесь во времени и загляните на пару к Людмиле Евдокимовне Татариновой. Слово о полку Игореве было издано совместно с Бантыш-Каменским, Малиновским лингвистом в 1800 году. Запомните, Христа ради, и подчеркните хоть эту дату. В 1800 году. Ну а если вы устали сидеть дома, то у вас есть шанс побывать на свежем воздухе, пусть и виртуально. Лекции преподавателей журфака из парка Горького и ВДНХ находятся в открытом доступе. Здесь вы узнаете о вызовах перед журналистикой, секретах публичного выступления и зарождении американского юмора. Все это теперь доступно на официальном сайте журфака МГУ. Онлайн-сессии, онлайн-обучение. Многим студентам сложно на изоляции. Хочешь поговорить о своих проблемах? Тогда у нас есть хорошая новость. Служба психологической помощи МГУ начинает работать дистанционно. Теперь все консультации по скайпу. Конфиденциально, добровольно и абсолютно бесплатно. Подробности узнала Дарья Глущенкова. Плюс ко всему мы понимали, что новые условия могут вызвать дополнительные тревоги у некоторых людей, которые к этому предрасположены, какие-то вопросы, в том числе к психологу. Чаще всего эти обращения связаны не с эпидемией, не с тем, что сейчас вокруг нас происходит. Чаще всего это тревога за то, как они вернутся в нормальный режим работы. Сегодня очень важно поддержать и тех, кто к нам уже приходил, их много, я вам сейчас их, конечно, назову, и поддержать тех, кто очень тревожится за то, как он вернется или она вернется к условиям прежним, как будет проходить сессия. Тревога есть и у тех, кто должен заканчивать уже университет и готовить дипломные работы, это тоже очень важно. И поэтому наша задача сейчас очень активно ребят поддержать. Для записи на консультацию необходимо отправить письмо на почту. В письме обязательно указать фамилию, имя, отчество, факультет и курс. Все подробности в группе студенческого совета МГУ ВКонтакте и на сайте психфака. Маховая 9 продолжает радовать вас новыми форматами и проектами, даже во время дистанционного обучения. Следите за обновлениями канала в группе ВКонтакте и в Инстаграм. А у меня на сегодня все. С вами была Софья Дьякова. Оставайтесь дома и не болейте.